Нет. Ну вот, опять мы в этой усадьбе. Дали ключи. Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Вот такой домик. Аккуратненький. Тут место перед ним туи. Туи вообще замечательные. Двор. Там сарай капитальный сзади. Летняя кухня. Колодец прямо на хороший колодец чистый. Соседи. У соседей газ, кстати, есть. Там есть видео по этому дому. Я снимал месяц назад. Кому интересно, посмотрите. Крепкий дом. Печки все работает. Такая вот. Колодец. Вот она, летняя кухня. Сверху комната отдыха есть. Озеро. Прямо и баня стоит на берегу озера. Погреб во дворе. Ну вот так. Вот. Слушай, хороший это самое. Домик хороший. Конечно, хороший. Но. Никто об этом не знает. Ну да. Вот такой вид с веранды. Полная обстановка. Печка с плитой. Дальше. Я тут сам первый раз, никогда не бывал. Такие шкафчики такие наши, колоритные. Так, это парадный выход. Да, это берем. Но это тут такое. Принято было так, что на дверь. Так, вот комната. Это главное. Да, домик. Это скажу. Ну и тут. А вот печка. Это в металле, да, кирпичный? Это как у вас? Она хорошо она держит вообще. Корпус металлический очень хорошо. Да? Очень. Мне 40 лет. 70-го года. 50 лет. Никаких вопросов. Ну да. Полы крепкие какие. Слушай, тут вообще вот приходи и живи. Конечно. А то я иногда смотрю на видео, показывают, там такое потолки эти провалены. И люди еще умудряются деньги за них такие неслабые просить. Конечно. Это спальня. Ну, спальня. Спальня такая где-то 3 на 5, на 3 на 6, да, это ж модуль тут 6-метровая длина. Ну вот такая вот. Илана, интересно, запах такой, знаешь, как будто вот, ну, нормальная хата, то есть был жилой запах, да, то есть. Но здоровый дом. Во всех смыслах. И здоровый, что здоровый, и здоровый, что жилой. Ну, вот такая вот обстановочка такая. Вид из окна смотрим. На улицу. Сейчас. И тут улица рядом, тут же машину поставят, все, никаких проблем. Ага. Ну там я снимал в предыдущем там. Ну да, кому интересно, люди спрашивали как-то. Ну вот парадный выход тут, как положено. Ой, верандочка такая.
школьный автобус поехал. Так, ну вот и в обратном порядке. Вот это вот большая комната, там спальня. Вот это, можно сказать, столовая. Столовая. Так, тут вот печь. Идем дальше, собственно, кухня. Ну вот примерно такой обзор. Домик годный. Мы свой покупали, когда что-то был не в таком состоянии. Вот, а тут справа еще и кладовка есть. Ага. Рыбное, так они вам недавно говорили, что ведро тут карася хорошего набрали. Вот тут погреб. Вот сарай капитальный. Из газосиликата. Капитальный. Не ерунда какая-нибудь. Там вот озеро. На берегу озера баня. Тут вот летняя кухня. Ну вот сам дом. Крыша ровненькая. На сарае. Ну и вон баня. Баня тоже хорошая. И озеро. Но агроусадьба практически. Да тут и особо. Ну, участок только. А так все строения нормальные, но. Ну вот такой вот домик. Домик, усадьба. Ну тут натуральная усадьба, понимаешь?